Компания «Армазблок» – известное предприятие в Вичуге, предприятие полного цикла. Здесь производят аксессуары для сна и матрасы, примерно 700 единиц ежедневно. Ценовой сегмент различный – от 3000 рублей до 40 тысяч рублей за штуку. Работает компания и на индивидуальные заказы, и на крупных оптовых потребителей. Сбывают по всей России. Продукция доступна и на Ивановском рынке. Современное производство губернатору понравилось. Здесь работают около сотни жителей Вичуги. В основном молодежь. На каждую вакансию очередь. И условия труда хорошие, и перспективы. Таких крупных производств аксессуаров для сна и матрасов в регионе всего два. В основном коллектив, да, молодой. Где-то от 20 до 35 лет. Это связано с тем, что работа довольно интенсивная и динамичная. И поэтому мы предоставляем такое большое количество рабочих мест именно для молодежи. Матрас собирают как конструктор. Работа скрупулезная, но довольно быстрая. На этом аппарате, например, матрас герметично упаковывают, чтобы отправить в магазины. Материалы при пошиве используют только натуральные. Экономить на сне нельзя. Сон – это здоровье. На производстве установлено в основном импортное оборудование. Италия, Турция, Китай. Есть европейские образцы. Составляющие матрасов как собственного производства – это пружинные блоки, как «Банель». Зависимые, так и независимые пружинные блоки. Наполнители матрасов тоже как российского производства, так и импортные, европейские в основном. Ткани в основном тоже европейского производства. 700 матрасов ежедневно – это не предел. В планах, озвученных лидеру региона, наращивание темпов. По сравнению с прошлым годом, объемы отгруженной продукции уже выросли на 10% и составили около 240 миллионов рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Вичуга.